День всех любителей похозяйничать в огороде. 23 июля отмечается неофициальный праздник – День дачника. В Кировской области, да и во всей России, поездка в сад – один из основных видов досуга. Некоторые даже выделяют отдельным пунктом в резюме свою любовь к огороду. Еще один удивительный факт. Среди соискателей дачников больше мужчин, чем женщин. И чаще всего это работники сферы продаж. Также, как показывают опросы, 25% кировчан свой отпуск проводят не на море, а на любимой даче. А вот на пороге выходных многие обязательно поедут проверять свои зеленые участки. Это повод снять видео для первого городского дачника. Чтобы побороться за звание первого городского дачника и главный приз месяца – бассейн, осталась неделя. Каждый из участников конкурса проявляет необычный подход к видеоэкскурсиям по своей фазенде. Запрыгнуть в последний вагон за подарком можете и вы. Для этого снимите ролик на своих зеленых сотках, обязательно горизонтально. Затем отправьте его в сообщение нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». Ссылку вы видите на экране. 3 августа экспертное жюри выберет победителя.